told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Peugeot меняет модель 3008 совершенно новым электрическим кроссовером с кузовом фастбэк. Электромобиль Peugeot 3008 – первая модель, использующая новую платформу Stellantis Medium, имеющую в потенциале большой запас хода – до 700 км, минимальное время подзарядки – 30 минут, высокую мощность и эффективность. Передняя часть новинки построена вокруг новой эмблемы Peugeot. Сочетая световую подпись с тремя линиями когтями и ощущение безграничной решетки, чего удалось достичь благодаря градиенту цвета кузова. Небольшие фары интегрированы в элегантную тонкую полоску, которая расположена над решеткой радиатора. Светодиодные фары используются на всех версиях новинки. А комплектация GT оснащается матричными фарами Pixel LED, автоматически адаптирующими луч света в соответствии с условиями дорожного движения. Дизайнеры сменили традиционный наклон линии фастбека в задней части автомобиля с помощью летающего спойлера, словно отделенного от кузова. Эта инновация улучшает стильный изгиб задней части Peugeot E3008 и одновременно дополнительно оптимизирует аэродинамику. По данным производителя, у Peugeot E3008 он составляет 0,28. Новый Peugeot E3008 в версии Allure получит салон iCockpit с двумя 10-дюймовыми цифровыми экранами, объединенными в одну сплошную панорамную панель, создавая такой же плавающий эффект, как и 21-дюймовая панель с эффектом левитации. Peugeot E3008 в версии GT стандартно оснащен сплошным 21-дюймовым HD-дисплеем, протянувшийся от левого края приборной панели вплоть до центральной консоли. Он несколько изогнут к водителю и одновременно остается идеально доступным для пассажира. Кроме того, в центральной части передней панели расположен блок сенсорных кнопок iToggles, которые можно настраивать и запрограммировать для быстрого доступа к 10 любимым функциям. К примеру, телефонный вызов определенного контакта, запуск навигации в нужный пункт и другие любимые функции покупателя. Джойстик управления автоматической коробки теперь расположены справа от руля, рядом с кнопкой остановки, запуска двигателя, позволяющие остановить или запустить двигатель и управлять коробкой передач одним интуитивно понятным жестом руки. Новые передние сиденья имеют контурный дизайн и пенонаполнитель высокой плотности. Для украшения сидений используется комбинация кожи и ткани, версия Allure, или комбинация кожи и алькантары, версия GT. Впервые в линейке Peugeot передние сиденья могут быть оснащены адаптивной боковой поддержкой, надуваемой или сдуваемой электронасосом, благодаря чему форма сиденья идеально настраивается к телу каждого человека. Передние сиденья новинки имеют сертификацию AGR немецкой ассоциации врачей и терапевтов, способствующих исследованиям по предотвращению боли в спине. В версии GT передние сиденья также имеют вентиляцию и массаж, а подогрев кресел предусмотрен не только впереди, но и сзади. Для обеспечения здоровой атмосферы в салоне новинка оснащена системой Air Quality System. Эта система постоянно контролирует качество поступающего в салон воздуха и при необходимости может автоматически активировать рециркуляцию. В комплектации GT контроль качества воздуха дополняется системой очистки Clean Cabin, фильтрующей загрязняющие газы и частицы. Уровень чистоты и качество воздуха отображается в правой части панорамного дисплея.
Звукоизоляцию можно дополнительно улучшить с помощью ламинированного двойного стекла передних окон в сочетании с высококачественной системой Hi-Fi Focal Premium, которая включает в себя 10 динамиков, сделанных по эксклюзивным запатентованным технологиям, и 12-канальный усилитель мощностью 690 Вт. Пока раскрыты характеристики только электрической версии E3008, но заявлено, что в линейке модели также будут и гибриды. Электрокар Peugeot предложит в трех модификациях. Первая и самая скромная, Electric 210, оснащена единственным электродвигателем, расположенным спереди и выдающим 207 лошадиных сил и 343 ньютон-метра, благодаря чему разгоняется от 0 до 100 км в час за 8,7 секунд и может проехать 525 км на одном заряде батареи емкостью 73 кВт-часа. В версии Electric 230 Long Range емкость аккумулятора увеличивается до 98 кВт-часа, увеличивая дальнобойность машины до 700 км. Мощность машины также возрастает до 227 лошадиных сил. Из-за большего веса динамика авто даже ухудшается, ведь на разгон с места до 100 км в час электромобилю понадобится 8,9 секунды. На горе модельной линейки Peugeot E3008 разместился Electric 320. Модель имеет систему полного привода с двумя электромоторами с суммарной мощностью 320 лошадей. В таком случае на разгон от 0 до 100 км в час электрический кроссовер тратит 6,4 секунды. Интересно, что флагманская версия Electric 320 имеет такой же запас хода, как и базовый вариант 525 км. Литий-ионный аккумулятор работает с напряжением до 400 вольт и имеет химический состав типа никель, марганец, кобальт. Новый Peugeot E3008 оснащен жидкостной системой терморегуляции для аккумулятора, благодаря чему удается поддерживать оптимальную температуру аккумуляторной батареи для обеспечения быстрой зарядки, достижения максимального запаса хода, гарантирования более длительного срока службы аккумулятора. Тепловой насос способствует комфорту водителя и пассажиров, а также позволяет сэкономить энергию в аккумуляторе. Затем ее можно использовать для питания электромоторов и таким образом проехать еще большее расстояние. Все три версии стандартной комплектации получают бортовое зарядное устройство мощностью 11 кВт. В качестве опции доступное трехфазное зарядное устройство мощностью 22 кВт. Максимальный электромобиль поддерживает зарядку мощностью 160 кВт, что позволяет пополнять аккумулятор от 20 до 80% полной емкости всего за 30 минут. Базовая комплектация кроссовера включает бесключевой доступ, камеру Parktronic, адаптивный круиз-контроль и климат-контроль с тепловым насосом, а также набор систем безопасности, автоматическое торможение, удержание в полосе, распознавание знаков и контроль усталости водителя. В варианте GT добавлены электропривод багажника, беспроводная зарядка смартфонов, подогрев руля и всех сидений, вентиляция и массаж передних кресел. Среди опций есть камеры кругового обзора, система полуавтономного вождения и мощная 690-ваттная акустика Focal с 10 динамиками. Серийное производство нового Peugeot E3008 будет налажено на заводе в Сашо, Франция. В Европе продажи кроссовера начнутся в феврале 2024 года. Цены еще не оглашены компанией. Также новинка будет доступна с гибридными силовыми агрегатами. Подробная информация о гибридных версиях Peugeot E3008 будет предоставлена позже, ближе к моменту запуска продаж таких вариантов. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и не забывайте подписаться. Ваша оценка нам всегда будет приятна и вдохновит для нового творческого развития. До скорой встречи!